Ответь себе честно. Что будет, если победит какая-нибудь другая партия? Те, кто воровал, сразу перестанут воровать. Те, кто брал и давал взятки, сразу перестанут брать и давать. Плохие врачи и чиновники сразу начнут работать лучше, а зарплаты и пенсии вырастут. Налоги уменьшатся, а производство сразу увеличится. Нет, признайся себе, это не так. И ответь себе честно. Ведь за последние 10 лет зарплаты и пенсии выросли. Не сразу, но выросли. В стране стало больше автомобилей, а значит и их владельцев. Все стало доступнее. Машины, компьютеры, телефоны. Не сразу, но стало. Люди стали больше зарабатывать. Не по 100 тысяч, но больше. И они зарабатывают. Они клянчат пособия. ВВП страны вырос, а внешний долг снижен. И всего этого добились те, кто меньше говорил и больше делал. И признайся себе честно, делал для тебя. Голосуй за себя. Голосуй за Единую Россию.